Японская делегация посетила Рязанский государственный медицинский университет. Ведущие специалисты – основоположники колоректальной хирургии в своей стране. Они делятся опытом с молодым поколением российских врачей. Встреча в подобном формате впервые прошла в 2017 году. Тогда японские врачи рассказывали о своем опыте проведения резекции желудка. Так нежно и бережно к тканям, как относятся японцы, не относятся ни в одной стране мира. И у них это во всем проявляется. Это очень щадящая техника оперирования. Ну а про японскую лимфодиссекцию, это удаление помимо опухоли клетчатки вдоль крупных сосудов, где одно движение малейшее, миллиметр вправо либо влево ненужное, может к фатальному исходу привести. Об этом, конечно, уже легенды ходят. Прошлый визит дал большой толчок для развития операции на желудке в Рязани. Новый обмен опытом должен помочь повысить качество лечения онкологии. Специалисты проводят тренинг в виварии Рязанского медицинского университета. Подобный формат используется во всем мире. Операции на мини-пигах – это самый эффективный способ воспитать хирурга, ведь профессия очень практическая и требует ежедневных тренировок. Экспериментальная модель операции производится на живом организме, у которого анатомия очень похожа на анатомию человека. И именно это позволяет избежать ошибок в последующем, когда хирург начинает работать в своей операционной больнице. Сами японцы признаются, что их российские подходы мало чем отличаются. Но для Японии обучение хирургии – это в первую очередь отработанная система. Специалист после выпуска из университета в течение 15 лет продолжает обучение. И только потом может сам начать оперировать людей. Для отработки практических навыков в РЭЗГМУ работает студенческий клуб хирургов. Леонид Хубезов провел более 100 тренировочных операций. Он занимается в виварии уже 3 года. Это очень интересно. То есть множество вариаций всех операций, множество вариаций анатомии. Во-вторых, это очень искусная работа. То есть нужно очень долго оттачивать свои навыки, чтобы добиться чего-то по-настоящему стоящего. Визит японской делегации прошел в рамках российско-японского форума. В первый день специалисты посетили областную клиническую больницу, сейчас медицинский университет. Обучение здесь двойное. С одной стороны, японские врачи выступают в качестве наставников для ординаторов из Москвы и Рязани, следят за успехом операции. С другой, преподаватели перенимают японский подход в работе хирургов и особенности взаимодействия со студентами. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».